Дима Билан показал совместное фото с коллегой по сцене Светланой Лободой. Артисты вызвали восторг у фанатов. Премия Муз-ТВ стала первым официальным выходом в свет для украинской исполнительницы Светланы Лободы, которая родила второго ребенка менее месяца назад. Отметим, что дочь артистки появилась на свет в Америке, в одном из самых престижных медицинских центров. Собственно, прямиком из США певица и прибыла на красную дорожку мероприятия. Светлана появилась на церемонии награждения в коротком откровенном черном платье и продемонстрировала такую великолепную форму, будто и не рожала вовсе. Артистка произвела фурор среди журналистов и коллег, не остался в стороне и Дима Билан. Свои восторги он выразил на страничке в социальной сети Instagram. «Вчера, со сногсшибательной собакой Лобода Official, Света, была очень рад увидеться, выглядишь потрясающе, влюбленный кот, и да, о творчестве говорили, такое тоже бывает, подмигивание с высунутым языком, здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены». Прим, Ред, написал он, отметим, что заветную тарелку артист получил в одной из самых престижных номинаций «Лучшая песня» за композицию «Держи». Публикация от Билан Офишиал, собака Билан Офишиал, 9 июня 2018 в 12 часов 35 минут по часовому поясу PDT. Подписчики рассыпались в комплиментах Светлане и Диме. В частности, комментаторы заявили, что артисты великолепно смотрятся вместе. «Главное, что вы хорошо получились, мои любимые герои, два моих кумира, два идола, люблю вас, мои хорошие, поздравляю с наградами, самый лучший, рокерский жест, красивый, фотка супер, удачи, Дима, ах, ну и красотка же Лобода, обнимаю, голос шикарный, Светлана потрясающе выглядит после рождения доченьки, и вы очень ненаглядный, элегантный, вам так идет костюм, и у вас даже кроссовки с галстуком бабочкой, собака Билан Офишиал». Такие мелкие детали, а как много говорят о вас, влюблен, высказывались восхищенные пользователи сети.